Доброго вам здравия, доброго вам крабы. Сегодня бегло поговорим про народный кулер ID Cooling SE226XT. Это 6 тепловых трубок, это большой красивый кулер, и многие на него возлагают больше, чем он реально может дать. Есть разные версии, белые и черные, с подсветкой, без подсветки. В сборке он установлен Core i7-12700. 20 минут, линпак 21 год. Процессор максимум нагрелся до 80 градусов. В Синбенче после 4 проходов 70 градусов максимум. В этой максимальной нагрузке данный кулер спокойно справляется с Core i7-12700 на максимальном пауэрлимите, который материнская плата позволила поставить. Материнская плата у нас идет от MCI. И этот же популярный народный кулер 226XT с процессором 12700K не справляется. В этих же условиях он показывает 100 градусов, и все ядра начинают ротлить. Ну ладно, линкпак — это не то, с чем вы будете работать, но в Синбенче он также после 4 прогонов тротлит. 226XT, если не изменять power limit процессора в биосе материнской платы, не пригоден для 12700K. В видео я излагаю мнение, основанное на своем опыте по сборке компьютеров. Возможно, он ошибочный, но я своим клиентам 226XT под процессоры старше, чем 12700, не ставлю. Именно в этой машине кулер изначально ставился по 12700, потому что я знал, что он спокойно его вытягивает. По потреблению процессора, что у нас тут идет? Core 150 Вт 12700. 12700K будет кушать больше и будет греться больше. И под него уже надо, двухсекционники надо. Из народных это IKEA 620, его можно смело советовать.